Книга притчей Соломоновых. Глава 25. И это притчи Соломона, которые собрали мужи Иезекии, царя иудейского. Слава Божия – облекать тайною дело, а слава царей – исследовать дело. Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою. Не величайся пред лицем царя, и на месте великих не становись. Потому что лучше, когда скажут тебе: «Пойди сюда повыше», нежели когда понизят тебя пред знатным, которого видели глаза твои. Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда твой соперник осрамит тебя? Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, дабы не укорил тебя услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя. Любовь и дружба освобождают. Сбереги их для себя, чтобы не сделаться тебе достойным поношения. Сохрани пути твои благоустроенными. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. Слово, сказанное прилично. Золотая серьга и украшение из чистого золота. Мудрый обличитель для внимательного уха. Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его. Он доставляет душе господина своего отраду. Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. Нашел ты мед, ешь, сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его. Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя. Что молот и меч и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. Что снимающий с себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу. Как моль одежде и червь дереву, так печаль вредит сердцу человека. Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напой его водою, ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Северный ветер производит дождь, а тайный язык — недовольные лица. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в пространном доме. Что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий пред нечестивым. Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава. Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим.